В День энергетика лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встретился онлайн с директором филиала «Росэнергоатома» ПАТЭС академик Ломоносов Виталием Трутневым. Прежде всего хочу поздравить вас и ваших коллег с праздником профессионалов Днем энергетика и пожелать успехов. И я знаю, что ровно год, как академик Ломоносов, первая в мире плавучая теплоэлектростанция уже функционирует, действует. Вот как раз на эту тему хотел бы с вами поговорить. Академик Ломоносов – проект уникальный, создан на базе проверенных российских ледокольных технологий. Такая плавучая станция позволяет обеспечить электроэнергией самые отдаленные и труднодоступные регионы Арктики. Состоит из двух реакторных установок, каждая мощность по 35 мегаватт электрических, имеет на своем борту теплофикационную установку, которая способна обеспечить город с населением 100 тысяч. ПАТЭС не только поможет социально-экономическому развитию, но также будет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути. Со временем такие станции могут стать одним из экспортных проектов Росатома.